Девочки, всем привет! Сегодня хочу сделать выкраску своих новеньких гель-лаков GT Coco. Вот такие вот лаки. Объем у них 8 мл. GT Coco у меня 5 штучек. Вот такой один металлический. И элит. Очень хочется его побыстрее нанести, посмотреть эффект. Ну что, давайте приступим. Подготовила я вот так типсики, подписала их уже всем. Давайте приступим. Первый у нас номерочек 838. Это у нас такой вот красивенный цвет. Наносится, в принципе, неплохо. Цвет красивый. Два слоя нужно будет наносить его. В один он пришивит. Самовыравнивается, смотрите. Девочки, выровнялся, даже вообще проплешин нету. Вообще супер. Так, отправляем в лампу. Даже второй слой не буду наносить. Оставлю так. Так. Следующий у нас цвет под номером 845. Это у нас вот такая красота. Это серый. Такой вот красивый цвет. Этот вот сейчас чуть-чуть еще берем, тут какая-то ерунда у нас. Тоже наносится хорошо, все выровнялось. Такой вот серый красивый цвет. Отправляю в лампу. Так, девчонки, следующий цвет у нас 843. Это у нас такой вот сиреневый, красивый, нежный цвет. Девочки, наносится вообще прекрасно. Без всяких сложностей. Легко. Такой воздушный прям. Лак меня устраивает, очень красивый, вот такой вот выравнивается, он, конечно, вообще классно, супер. Правда, у вас цвет чуть-чуть в голубизну отдает, живой он сиреневый такой. Отправляю в лампу. Так, девчонки, дальше номерок 819. Это у нас вот это черный, девочки. Черный, черный. Сейчас посмотрим, какой он у нас красивый. Черный. Ну, полосит, конечно. Посмотрим. Как он выровняется. Некоторые цвета, девочки, прям надо, ну, в два слоя наносить. Некоторые в один. Ну вот.
Черный все равно в два надо. Чуть-чуть плешивит он. Отправляю в лампу. Так, следующий цвет у нас. Нет, что-то не то. Вот, 822, девочки. Это вот такой, типа мятный. Хотелось мне типа мятный. Хотелось мне не типа мятный, а хотелось мне мятный. А пришел типа мятный. Девчонки, кому попадался реально мятный цвет и фисташковый? Ой, не фисташковый, а горчичный цвет. Напишите, пожалуйста, какие-то гели. Очень хочу себе приобрести. Смотрите. В принципе, красивый, да, цвет такой? Все выровнялось. Ну, все равно два слоя нужно будет. Лампу. Так, следующий цвет у нас. Давайте вот этот Джеди Коко металлик. 709 номерок. Если понравится, закажу еще. Там много всяких цветов. Ну, как немного, но и можно выбрать. Ох, какой красивый. Ой, девочки, просто божественный. Очень красивый. Прям вообще слов нет. И шиммер у него. И реально такой, как металлический эффект. Смотрите. Ну, как бы не особо металлический, но мне нравится, меня устраивает. Обалденный. Так, в лампу отправляю. Так, девочки, и остался последний. Посмотрим, как он себя покажет. Это красота. Объем 10 миллилитров. Баночка. Ну, вот так вот заполнена, я говорила, кто смотрел меня. Очень красивый цвет. Очень. Если понравится, закажу сразу еще. Что было, потому что, ну, пипец, офигенный. Черный с блестками вообще. Очень красивый цвет. Ложится, в принципе, неплохо. Два слоя, конечно, нужно будет, девочки, номерок. Сейчас я вам покажу номерок. Вот такой вот номерочек, кому интересно. Фирма такая. Цвет такой. Обалденный просто. Очень красивый. Вот такой вот. Так, девчонки, отправляю в лампу. И давайте сейчас я нанесу на... те типсы, на которых не хватает второго слоя, второй слой, перекрою топом и к вам вернусь, и вам покажу результат, и мы сделаем вывод с вами. Оставайтесь со мной. Так, девочки, все перекрыла топом и не стала заморачиваться, перекрыла все цвета, все типсики в два слоя. Давайте начнем. Девочки, вот это металлический эффект. Наносится он как не металлический, а при высыхании он становится металлический. Тут видите какие-то точечки, но это уже я накосячила. А так он офигенный. Советую, вообще классно, мне понравился. Буду заказывать еще вот эти металлические, они очень красиво смотрятся. Так, дальше. Вот этот вот, смотрите, тоже два слоя. Перекрывала топом Джеди Коко. Тоже все супер. Я довольна. Все перекрывает в два слоя вообще. Суперско. Тоже серый. Номерочки вот они, если что. Все перекрывает. Все вообще отлично. Серенький, красивый, мне нравится. Дальше вот такой вот.
тоже классный цвет. У меня таких нету, поэтому я довольна. Буду заказывать еще много должно прийти гель-лаков. Девчонки, черный. В принципе, вообще классный люк. Два слоя тоже у него здесь. Все вообще супер. Дальше вот такой. Такой морской. На у вас на видео. Так, вот такой вот цвет. И черные девочки, смотрите. Элит. 99. Обалденный. Очень красивый. Мне так он понравился. Он просто шикарный. Смотрите, какие там блесточки. Классные вообще. Так, девчонки, все ссылочки оставлю в описании. Номерочки все, вот они у нас. Кому интересно. Так что, спасибо, девчонки, за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить видео, нажимайте на колокольчик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!